Мобильные экранчики. Уткнувшись, люди ходят в мобильные экранчики. А рядом ветер ветреный задорно машет ветками. Но людям не до этого. Они глазами в Твиттере. Они душою в Твиттере. А рядом реки бурные текут для них, как будто бы в подарок людям созданы. Но люди заколдованы, в соцсети крепко пойманы, и тыкают, и шоркают экранчики свои, выкладывая завтраки, выкладывая собственники, от зеркала себятники и просто от руки. Глазок направив крохотный мобильного экранчика для себетного селфика на самого себя. Мы выложим страдания, а также ликования, и кольца обручальные, и универ-диплом. Мы все сфотографируем, и душу оцифруем мы, и уничтожим личное, что только Богу дань. Мы выложим, чтоб кто-нибудь безнравственный, безлично безответственный, похабным комментарием на склоку спровоцировал никчемнейшую нас. Я видео, я аудио, и вижу я, и слышу я, в одном компактном корпусе размерами с ладонь. Всю жизнь я в MP3 свою сожму с потерей качества. Я сокращу «Войну и мир» до 4 страниц. Я чувства необъятные впихну в 140 символов. Дефис писать я разучусь и спутаю с тире. А небо ясно высоко, но скоро станет грозное и оторвет приклеенных к экранчикам своим.